Всем привет, я веду свои репортажи из Испании, из Барселоны. Еду сейчас в Барселону с работы и зашел в туалет. Хочу показать вам, какой туалет в электричке по-испански тренд. Смотрите, и дай бог, чтобы в Украине тоже такие были электрические с инженерными телевизорами, и рекламой и туалетами. Это дверь. Открыть кнопка есть и закрыть. Красным здесь блокируется. Здесь тирар басура выбрасывается. Вот, есть стол для перепеленания маленьких детей. Вот. Унитаз, поручень для инвалидов, поручень для обычных людей. Кнопка спуска туалета, зеркало. Привет всем опять. Предупреждение, что здесь мой лохобон, здесь вода, пить воду запрещено. Туалетная бумага есть, умывальник, чистенько все. Смотрите, как опять второе зеркало. Всем опять привет. Есть вешалки для рюкзаков. Верхний, нижний, кнопки СОС, если вдруг что-то случится, можно вызвать на помощь. Вентиляция. Ну и дверь, в принципе. Вот и информация, как пользоваться туалетом. Вот такие вот здесь туалеты. Желаю, чтобы в Украине тоже было так все хорошо для людей. Все. На этом репортаж я заканчиваю. Всем привет и всем хорошего дня, хороших выходных. Пока.